Со счетом 3-2 закончилась встреча столичных хоккеистов против уфимской команды «Салават Юлай». Астанчане завершили домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Благодаря этой победе «Барыс» вновь возглавил Восточную конференцию. Теперь у подопечных «Арипеки Селина» 52 балла. Следующую встречу казахстанская команда проведет 13 ноября в Риге. «Барыс» померится силами с местным «Динамо».